Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня покажу мод на хранение опыта для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода в нашем мире появляются два сундука, с помощью которых мы можем хранить опыт. Первый сундук вот такой золотой, при нажатии которого у нас открывается меню, в котором мы можем хранить опыт. И также в этом моде мы можем настроить размер кнопок. Да, не в каждом моде есть такая функция. Потому что у всех телефонов, планшетов разный экран. Ну что ж, вот мы маленько настроили. И теперь давайте попробуем сюда положить наш опыт. Для этого нужно выбрать количество, которое мы хотим вложить. Я хочу вложить весь свой опыт, допустим, вот столько. И вот так же мы можем забрать. Но здесь будет определенная плата за этот опыт. То есть мы положили около 5 опытов, и нам дадут где-то около 3. Но если вы положили 100 опыта, то вам дадут опытов 90. Вот такая плата. Вот так же мы положили эндер-сундук, отошли, зашли, захотели взять. И бац, нам дали маленько меньше, чем должны были дать. Ну, вот такая фишка, можно сказать, этого мода. Но, по идее, прикольно то, что мы можем хранить опыт на всякий случай. И, кстати, фишка эндер-сундука заключается в том, что если в один эндер-сундук, допустим, сюда положить опыт, и рядом поставить еще один эндер-сундук, то в другом эндер-сундуке будет отображаться тот опыт, который был положен вот в этот сундук. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.